Всем привет! Сегодня рыбалка на жерлице. 26 марта. Выбрались с Джеком на рыбалку. Поставили жерлицы. Есть вот сработка, сейчас сработала. Несколько раз крутанула, остановилась. Сегодня я все жерлицы решил поставить недалеко от берега, так как в последний раз сработки были под берегом, и хорошая щука на 2200 попалась. Думаю, сегодня, да, я все жерлицы возле берега поставлю. Я только расставил, вот и сразу сработала жерлица. Только поставил, буквально прошло минут 15 максимум после того, как начал ставить. Посмотрим, покрутил, остановилась, не знаю, вот щука здесь нет, пока стоит, не крутится. Посмотрим. Для живца использую окуня, как обычно, я на окуня рыбачу, мне больше всего на окуня нравится. Ну и сподручно по поводу окуня. Рыбаки другие приезжают, ставят и белую рыбу, и плотву ставят, и сорожку ставят. И сорожка — это у нас плотва называется в нашем регионе. Чебак его еще называют. Карасиков маленьких ставят, тоже пробуют. А я обычно на окуня рыбачу, не знаю, я как-то сильной разницы не вижу, то, что лучше, ну, не вижу то, что у них там лучше клюет. А, кстати, еще одна сработала там жерлица. Уже две сработки, пока здесь с вами разговаривал. Так, ладно, давайте эту вытащим, проверим, что здесь, и пойдем еще одну проверять. Сработки есть. Так, глубина здесь около 2 метров, 2-3 метров примерно. Что-то сопротивляется, что-то идет. Чувствую что-то. Что-то дает. Да, есть, вот она. Есть щука. Первая попалась, ребята, классно, есть. Джакуди нельзя. Так. Удачно вышла. Так, сразу оглушил ее. Живец прям в самой глотке, вот смотрите. Прям в самой глотке там живец. Сейчас как-то попробую отсюда вытащить, надо плоскогубцы взять. Так, ну ладно, сейчас эту освобожу, жерлицу переставлю. И пойдем другую еще проверим. Классно, ребята. Сработка за сработкой, только расставил жерлиц. Отличная рыбалка. Так, надо быстренько освободить эту. Пойдем, Джек, быстренько плоскогубцы возьмем. Так, вот здесь еще одна сработка. Сейчас посмотрим, что здесь. Немного я опоздал к этой сработке. Но не опоздал, уж попозже получилось. Пока там переставил жерлицу, пока щуку освободил. Так, сработка есть. Леска смотана наполовину примерно. Даже меньше половины. Ну, сейчас проверим, посмотрим, что здесь. Так, здесь не видно, чтобы крутилось. Ну, возможно, как и там, как и предыдущая щука. Она просто где-то стоит под лункой где-то. А, вот видите, вот начинает забирать потихоньку. Вот делает оборот. Вот потихоньку двигается. Совсем мало заметно даже. Значит, там еще щука должна быть. Посмотрим. Заглотила, нет? Так, ветер сильный. Я не знаю, вот микрофон может будет задувать. Ветер сильный поднялся. Но сегодня, по прогнозу, обещали сильный ветер. Так. Куда-то завела, уже успела. Здесь есть такой коряжник, да, в этом месте. Коряжник, трава. Куда-то успела завести. Так, ну-ка, слабину, да, может, выведет. Одно из двух, или выведет, или запутает, или обрыв будет сейчас. Давай, выходи тут, зубастая. Вот так вот немного припозднился, и все, завела куда-то. Джак, зубастая, завела. Посейдон, отпускай щуку. Посейдон, отдай нам щуку. Блин, хорошо сидит. Хорошо куда-то завела. Слабину дал, вот не знаю, немного вроде забирает как-то. Леска натягивается. Бывает иногда то, что какую-то корягу зацепишь,
Она вот так поднимается, эта коряга, ну, когда ее тянешь, и опускается потом. И лес как будто обратно уходит. Обрыв, поход дела. Что-то этот щелкнуло и легко пошла совсем. Да, оборвалась. Видимо, жалится, но обрыв. Все, минус жалится. Так, ну ладно, сейчас. У меня там запасные жалицы есть, я сейчас переставлю, потом это перевяжу. Будем ждать следующую сработку. Вот так вот, Джек. Одну щуку поймали мы, одна ушла. Зараза такая. Не вышла. Ну, я думаю, сегодня сработки будут, потому что весна как никогда. Это март уже заканчивается у нас. Сейчас перед нерестом щука активная должна клевать. Буквально несколько минут, и сработала та же жерлица, где я щуку вытащил первую. Там, где первая сработка была, там же опять сработала жерлица. Сейчас посмотрим. Вижу издалека, как немного подкручивает. Видимо, попал на какое-то щучье место. И вот сработка за сработкой прям. Так, ну что? Что там опять что-то сработало, да? Что-то попалось опять? Сейчас посмотрим. Покрутилось, остановилось. Но надо проверять. Интересно. Щучье логово какое-то прям. Так. После того, как сработало, несколько оборотов сделала, я увидел. И остановился. Вот сейчас стоит, не двигается. Интересно, что там. Ага, вот, начинает подкручивать. Вот, крутится. Вот, видите? Потихоньку забирает. Там еще зубастая. Так, ну что, Джек? Вытащим, посмотрим. Бывают такие лунки, вот как сейчас получилось. Щуку вытаскиваешь, переставляешь. Через какое-то время раз опять срабатывает. Потом щуку вытаскиваешь. Я помню, у меня на практике бывало такое, то что с одной лунки по две, по три щуки выходило. Видимо, там где-то рядом укрытия какие-то. И, видимо, засада для щуки. Так, ну что там? Что-то стоит, не двигается. Так, ну ладно, подсекаем, посмотрим. А то и в корягу может завести так. Уйди, Джек. На, принеси. Что-то давит, что-то чувствую. Уйди, Джек. Есть. Еще одна. Ха, вторая с этой же лунки. Отлично. Вторая же щука с этой же лунки, представляете? Какая-то прям щучье логово прям это. И также заглотила, как и предыдущая щука, также заглотила. Такая не, ну, не особо крупная, где-то грамм 900. На, для жарехи пойдет уж. Вот она, ребята. Вот она. Вторая есть. Две щуки жили где-то вместе рядом. Так, ну ладно, сейчас надо будет вытащить крючок. Уже успела заглотить. Ладно, освобождаю, переставляю сейчас. Прошло минут 10-15 опять. И опять сработка есть. Сработка за сработкой сегодня. Сработала та жерлица, где обрыв был. Где вторая щука клюнула. Вторая сработка, где зацепилась. Вот. Так, ну посмотрим. На второй раз удастся ли ее вытащить. Здесь уже крючок с этим остался, с поводком. Пока не крутит, вот. Встало почему-то. Так, ну ладно, сейчас посмотрим, что там. Несколько оборотов она сделала сейчас. Подкрутила. Так, багорик на всякий случай под рукой пускай будет. Ну-ка. Ну-ка.
Вон, видите, крутит. Там еще зубастая. Ну что, Джек, со второго раза мы вытащим эту щуку? Один раз порвала, второй раз. Надеюсь, получится вытащить ее. Так, ага, давит. Давит, ко мне идет. Есть! Вот она, попалась. Есть. Такая же где-то. Сегодня какие-то щуки стандартные. Все по 800, по 900 грамм. Такая вот. И тоже глубоко заглотила. И прям глотают сегодня вообще жадно. Отлично, ребята. Третья щука взята. Буквально я рыбачу, ну не знаю, с начала рыбалки где-то около часа прошло, уже три хвоста взял. Вот. Вместе с щукой на крючке оказалось вот такое вот растение. Зеленого цвета. Сейчас вот конец ледового сезона, и растение живое, ну, в полном своем рассвете, можно сказать. То есть под водой, помимо фауны, флора тоже себя неплохо чувствует в этом месте, видимо. Вот такое вот растение, какой-то стебель, вот у него длинный-длинный. И наверху вот, ну, как бы цветок такой получается, зеленого цвета. Очень интересно. Так, надо окушков плавить, пока жду сработку. Вот пробурил тоже возле берега лунку. Сейчас посмотрим, как окушок клюет. Эти места окуневые, я знаю их. Обычно здесь окунь сразу же клевал. Оп, есть, вот немного я подразнил его и попался. Вот он. Отлично. Такого прям среднего размера. Не особо маленький и не особо крупный. Ведро их под собой складываю, на котором сижу. Посмотрим. Окуня здесь обычно стайками стоит. Из одной лунки с десяток удается наловить. Маленькая мормышка у меня, дробинка черная, с красной бусинкой. Без мотыля снасть. Ну, таким дрожащим движением. Или опускаю, или поднимаю мормышку от дна. Вот поднял. Поклевки не было. Опускаю. Тоже таким же дразнящим движением. Обычно окунь соблазняется и сразу же нападает на мормышку. Так вот, до дна дошел и поднимается до дна тоже таким же движением. Оп, поклевка была, но не попался. Мимо промазал, видимо. Так, ну ладно, он там еще никуда не делся. Он. Сейчас попадется. Вот, попался со второго раза. Вот он есть. Че, Джек, окушок, да? Попался полосатик. Матросик полосатый. Так, давай полезай в ведро. Ты мне нужен будешь для ловли щуки. Так, ну ладно, сидим, в общем, с Джеком. Окуней пока таскаем. Пока это делаем, сработка какая-то будет. Рано или поздно на жерлице. Сказал то, что рано или поздно будет сработка. Зазвенел колокольчик и выстрелил флаг. Идем с Джеком. Там вижу, как крутится жерлица потихоньку. Издалека черная метка мелькает вон вовсю. Хорошо ее видно. Так, ну что, Джек, сработала жерлица? Сработала. Немного крутила, сейчас остановилась. А, сейчас вот, видите, опять начала крутить.
Сейчас мы ее вытащим. Если она не смоется, и смыться тоже может. Там еще пока он крутит. О, активно забирает. Там зубастая еще пока. Посмотрим. Отлично, ребята. Сегодня уже какая? Четвертая это вроде сработка, да, если не ошибаюсь. Забирает, забирает зубастый потихоньку. Торопиться не хочу, потому что хочется, чтобы заглотило немного. Остановилась. Леска натянута. Так, ну что, посмотрим. Там еще зубастый, нет? Там еще он дергает. Ага, вот видите. Крутит потихоньку. Так, ну что, думаю, нормально. Времени достаточно прошло. Заглотить должна была уже, по идее. Оп, сорвалась. Не заглотила. Рано вытащил. Надо было подождать еще. Да, вот видите, в траве. Немного почувствовал, как она сопротивляется. И сорвалась. Крючок здесь попал. Один вот в голову воткнулся рыбе. Так, ну ладно, сейчас переставлю. Думаю, вернется она. Со второго раза обычно попадается. Если первый раз не попалось, со второго попадется обязательно. Так. Живец живой еще, но я его все равно поменяю, потому что он немного поврежден уже. Крючок прям в глаз ему воткнулся. Так. Ладно, переставлю и будем снова ждать. Отлично, ребята. Три щуки уже сегодня поймали. Сработки есть. Ветер, правда, вот сильный. Ну, я в таком месте сижу, где затишок. И сильно ветер так не мешает, нормально, можно сидеть. Погода теплая, где-то около плюс 3-4 градуса примерно. Так что все классно. Да, Джек, на рыбалке классно, скажи. Не то, что с дома с киселем сидеть там. Желицу ту переставил. Пошел окуней ловить, только дошел до того места, где окуней ловлю. Опять сработала желец. Солнышко выглянуло. Переменчивая погода такая. Он крутится потихоньку. Видите, потихоньку забирает. Там должна быть зубастая. Сейчас проверим, посмотрим. Че, Джек, клюнула? Желец. Сработала желица, видишь, Джек? Щука клюет сегодня. И прям возле берега. Он как собирает. Ох, там уже лески мало осталось, по ходу дела. Ну ладно, пусть помотает немного. Остановилась. Заново крутит. Так, багорик надо приготовить на всякий случай. Вдруг там монстр какой-нибудь. Так, ну что? Посмотрим, что там крутится-то. Смотри, как Джек крутится, видишь? На, принеси.
чувствую, там в комментариях будут писать, когда надо вытаскивать, когда крутит, там надо вытаскивать. Или когда не крутит, надо вытаскивать. Ребята, это только Посейдон знает, когда надо вытаскивать. Всегда щука по-разному заглатывает. Иногда жадно берет, прям в глотку у нее заходит крючок. Иногда чисто она за хвост держит. Всегда же по-разному бывает. Тоже от размера щуки зависит. От ее степени голодности. Так, ну что, достаточно времени прошло вроде. На, Джек, принеси, иди. На, Джек, принеси. О, как закрутило-то. Закрутило все. Отойди-ка, Джек. Джек, на. Куда-то в сторону уже увела. Посмотрим, там еще нет. Зубастая. Джек, уйди-ка, на, принеси. Джек не уходит, мешается мне. Что-то чувствую, что-то давит. Посмотрим. Там еще зубастая, нет? Давит пока. Чувствую ее. Пока не сопротивляется. Вот, возле лунки начала сопротивляться. О, хорошо давит. Это покрупнее должна быть. Давай, давай, заходи. Вот, в лунке она. Вот она есть. Да, это получше. Это уже такая. Поинтереснее. Так, надо ее глушануть сразу, а то сейчас будет крутиться, как крокодил. И запутает все. Ну вот, ребята. Есть зубастая. Смотрите, какая красавица. Вот она. Наконец-то попалась. Четвертая щука на сегодня. Это покрупнее, это где-то кило 200 примерно, я так на глаз говорю. Те поменьше были, грамм по 900. Это вот поинтереснее такая уже. Вот она, красавица. Есть. Отлично. Заглотила. Хорошо, сейчас я вам покажу, как заглотила. Крючок у нее прям в глотке. Надеюсь, вам видно, вот прям в глотке там. Надо будет сейчас плоскогубцами вытаскивать. Так, ну ладно, сейчас я переставлю жерлицу заново. И будем сидеть ждать до заката примерно около час-полтора примерно осталось. И сейчас самое такое перспективное время для сработок. Думаю, еще удастся увидеть какую-то зубастую. Да, Джек? Рыбалка классная сегодня. Четвертая щука, Джек. Есть еще одна сработка. Одни и те же жерлицы работают. Другие молчат. Одни только попали в щучье логово. Он крутится вовсю. Только что пока шел, крутилось. Ага, вот видите, крутится потихоньку. Так, ну надо проверять. Немного подкручивает. Щука там еще должна быть. Сейчас проверим, посмотрим. Клев отличный сегодня, ребята. Вообще класс. Вытаскиваю щуку. Переставляю жерлицу, проходит несколько минут, смотрю, опять флаг горит. И так вот в течение всего дня сегодня. Каждые 15 минут, каждые полчаса сработка есть. Клёв просто класс. Чё, Джек, там бегаешь, лаешь? Так, покрутил, остановилась. Так, ну надо вытаскивать здесь. Коряжник тоже зацепиться куда-нибудь может. Рыба. Даже непонятно, на кого лает. Там никого нету. Так, ну ладно, погнали, вытаскиваем. Давай, Посейдон.
обрадуем нас трофеем. Так, багорик надо приготовить на всякий случай. Погнали, в общем. Что-то чувствую, да, что-то давит пока. А, и сорвалась вроде, да. Сорвалась. Немного так дернула руку и сорвалась. Видимо, этот неудачно зацепилась, ну, плохо заглотила. Ну ладно, переставлю сейчас. Еще клюнет. На, Джек. Вот так вот Посейдон. Одну холостую сработку делает, одну щуку дает вот так вот. Щука как по талонам у Посейдона. Так, ну ладно, ждем. Сейчас вот солнце приближается к закату где-то через полчаса примерно. Достанет до горизонта. Самое время такое для сработок сейчас. Закат сегодня красивый. У самого горизонта облачность появилась, и солнце сейчас сначала за облаками скроется, потом за горизонтом. Вот такой вот уникальный закат сегодня. Красота. Вот есть сработка. Прям на самом закате вот солнце заходит, видите? Вот сработала жерлица, крутится. Вон. Крутится вовсю. Вон, видите? Сейчас вот активно забирает леску. Так, надо вытаскивать. Прямо у самого берега жерлица стоит. Сейчас посмотрим, удастся ли вытащить. Забирает потихоньку. Вон, поактивнее крутит. Так, ну что, посмотрим, там должна быть щука. Давно уже крутит, стоит. Думаю, уже времени много прошло. Здесь еще коряжник. Погнали, в общем. Пока идет. Пока идет ко мне. Сопротивляется, да, чувствую ее. Давай, выходи, зубастая. Ох, давит. Под лункой прям активно сопротивляется. Хорошая должна быть. Что-то так давит хорошо. Да, хорошенькая. Вот она есть. Сработала еще одна прям. Я даже камеру не успел выключить еще. Прямо вот здесь рядом прям. Пойдемте ее тоже проверим. Так, ну что. Сработка здесь есть. Немного покрутила, остановилась. Ох, какая скорость, смотрите. Вот это скорость, друзья. И что, слабина, что ли? Это что, прикол, что ли? Вы видели, какая скорость была? И леску обрезала. Блин. Да уж. Я даже сопротивления никакого не почувствовал, и леска обрезанная пришла. Вот это да. Это, походу, дело какой-то хороший монстр был, который глубоко заглотил до лески. Получается, зубами он достал. Вот это да. Вот эта история сейчас получилась. Вот так вот бывает. Это хорошая, крупная, походу, дело щука была, которая, как я понял, сейчас она заглотила. И полностью поводок металлический заглотила и зубами достала до лески. Поэтому сейчас обрез произошел. Ну, крутило как торпеда. Класс. Так, ладно, сейчас перевяжусь, переставлю. Еще подождем. Сейчас жерлицу перевязывал. Начал перевязывать, ну, там, где обрыв был. Там, где я зубами обрезал, по ходу дела, щука. Перед тем, как начал перевязывать, голову поднял, смотрю, флаг загорелся. То есть сработка есть. Ну, там я быстро перевязываю. Грузил, накинул, узел сделал, поставил поводок, поднимаю голову, уже две сработки. Как только солнце зашло, начали жерлицы активно срабатывать. Сейчас буквально в течение 5 минут 4 сработки, как видели. Одну реализовал, вот сейчас один обрез был. И сейчас пойдем еще две проверим, посмотрим. Рыбалка супер сегодня, ребята, клев очень активный. По ходу дела, вот этот принерестовый жор начался, и щука активно питается. Сейчас вот дойду до места, покажу вам. Так, вот одна из сработок. Вот здесь вот
И там дальше через пару жерлиц еще одна. Сейчас будем проверять. Вот здесь вот активно крутит, видите? Активно крутит, забирает. Вон как мощно. Отлично. Несколько метров осталось. Сейчас достанем ее. Там она должна быть. Забирает, забирает, крутит активно. Так, ну надо вытаскивать. Долго не надо тянуть, потому что там еще одну надо проверить. У Дика Джек. Сейчас щуку будем вытаскивать. Ох, что-то давит, да. Что-то очень хорошо давит, ребята. Очень тяжело идет. Не знаю, это рыба или из-за травы так, но очень тяжело идет. Может, очень крупная даже. Джек, на, принеси. Джек уже не слушается. Уже знает то, что это отвлекающий маневр. Сейчас вот полегче пошла. Но вначале очень давила. Вот сейчас давит, да. Походу, дело крупная какая-то, ребята. Очень сильно давит. О, тяжело идет вообще. Травы много. Но щука большая, походу, дела. Да, большая щука, ребята. Огромная, монстр. Есть. Хорошая. Хорошая, огромная щука. Есть, вот это да. Я не знаю, сколько она будет весить. Ну, килограмма два, наверное, точно. Супер, ребята. Поймал сегодня трофей все-таки. До этого поменьше щуки были. Отлично. Сейчас посмотрим на нее, на красавицу эту. Очень сильно сопротивлялась. Плюс еще трава. Много травы на ней. Вот такая вот, смотрите. Красавица. Вот это рыбалка сегодня, ребята. Вот это бомба. Так, надо здесь посмотреть, сколько весит, интересно. Джек, вот мы сегодня попали, да, на клев с тобой. Вот мы сегодня дали жару щукам. Так. Сейчас вот, надеюсь, вам видно. Да, хорошая, 2200 показывает. 2200. Отлично, ребята, 2200. Есть результат. Есть контакт, так скажем, да? Так. Очень хорошо заглотила, прям в глотке крючок. Так, ладно, я быстренько сейчас освобожу эту щуку, сниму с крючка и пойдем еще одну проверять. Вот это да. Так, больше не вижу сработок. Да, еще одна нас ждет, в общем. Спасибо, Посейдон. Сегодня рыбалка просто бомба. Сегодня Посейдон очень, очень щедрый. И на сработки, и на щуку. Так, ну что. Это вот вторая сработка, о которой я говорил. Долго она простояла, я там ту жерлицу переставил. Где хорошая щука, вот это на 2200 попалась. Эта жерлица стояла. Леска не смотана сильно. Где-то одну треть, наверное, смотала. И этот стоит без движения пока. Я не видел, чтобы крутилась. Посмотрим, там еще нет. Ну, натяг есть такой, леска натянута. Так, смотрим, проверяем. Может, там еще зубастая, может, еще не смоталась. Какие-то дебри чувствую. Куда-то завела. Да. Простояла и завела куда-то. Рыбу не чувствую. Чувствую, как стучит этот. Грузило стучит. По стопорку. А рыбы нету. Рыбу не чувствую. Крючок куда-то зацеплен. За корягу куда-то или за траву. Самой рыбы нету. Так, ну сейчас попробую протянуть. Может, отцепится. Ну, наглухо зацеплено. Очень сильно. Оп, обрыв. Порвалась. Рыбы не было там. Видимо, какой-то шнурок взял живца, протащил, выплюнул. И за корягу вот сейчас зацепилась. Так, ну ладно, сейчас эту тоже перевяжу. Пару минут и будет готово. Заново поставлю. Может, в темноте еще повезет. Ну, рыбалка сегодня классная, ребята. Очень хорошая рыбалка. Да, Джек? И маленькие, и большие щуки сегодня попались. И обрывы, и холостые. Посейдон сегодня вообще в настроении, походу, дела. Ну что, друзья, рыбалка на сегодня подошла к концу. Очень активный клев щуки был. 26 марта, как я и сказал в начале видео, сегодня
Жор, щуки, походу, дело начался. Скоро у нее будет икромет, она перед икрометом очень активно питается. И сработки очень частые в это время. Рыбалка классная. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте про то, что есть Яндекс.Дзен и Рутуб. Там тоже Рыбалка Мега канал называется. Если вдруг там, если что, я там тоже есть, в общем. Ладно, поехали мы домой с Джеком. Сейчас до машины еще нам пару километров идти. Увидимся на следующей рыбалке, в следующем видео. Всем пока!